Хорошо. Старого не трогай. Он уже сегодня качался сейчас. Хорошо. Мате. Так. Сели лицом ко мне. Сели лицом ко мне, Макс. Лицом ко мне. Взяли себя за колени. Ценили мы. И пошли. Макс, 5 раз. Нет, перекаты. Просто перекаты. И на их и на пол. Перекаты. Полуповорот. Да. Раз, пошли. Доль. Трени. Андрей. Центр чуть-чуть. Батру, чинч, шасса, шахте. О, сели на колени, размяли. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Макс, иди сюда. Я? Да, сейчас получишь у меня. Иди сюда меня. Стань сюда. Ко мне ближе. Стань сюда. Так, Макс, вот сюда. Вот ты отдам димаш, вот туда идешь. Так, пальчики размяли. И падаем вперед. Страховка. Страховка, сигурели и наики. Так, Макс. Там молодцы. У тебя сколько было? 5. Приходи сразу, как бы. Где-то минут 5-10. И покачался сегодня. Пойди сделать что-то. Хорошо? Сразу что-нибудь. Договорились? Здравствуйте, Макс, ты сделаешь там 600, я и пару будет. Ты придешь сюда и 200, то, что ты будешь делать, я не буду. Хорошо? Просто смотри, после, Макс, после 5-го урока там много ребят. Не знаю. Хорошо, сделали? Я там закрыл. Так. Закрыли? Закрыл? О, возьми, пожалуйста, сюда ключ. Сразу пересели, сразу пересели. Да, лучше сразу. Так, Макс, покажи страховку, назад все стойки. Это? Эти? Да. Смотрите. Оп, еще раз. Вниз, садимся, 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 садимся. И страховка. Оп, стой. Еще раз. Слушай, я посмотри, как он делает. Макс, посмотри, как он делает. Ты становишься туда, Руслана сюда. Руслана сюда, ты. Все, делай. Руслан, смотри, как он тоже делает. Пошли. Пошли, оп. Андрюх, он делает. Скажи, чтоб потом завязал. Ладно, раз и тур. Так. Хорошо. Так. Макс. Я тебя прошу. Ну, так, теперь кусочки падают. Смотрим, Максим делает. Максим, покажи. Стенды дрябки. Да. Можно с лобком, можно без. Пошли. Оп, стыкка, оп, дрябка. Все подходим, но мягко. Значит,
на колени. Сесть на колени, руки поставить вперед. Руслана, Максим и Андрей, вы подходите к цене приза, уходите, и скручивание, о, и на колени, живут. Петя, туда. Руки. Руслан, вы такой захват, теперь вы меняете захват, меняете. Посмотрите дальше, держись этой рукой, держись. Да? Смотрите, что, Андрей, вы уходите совсем в сторону, и скручивание. Стринга, тряпка, полную минуту. Все, пожалуйста, капу, я же сказал, наклони голову, чуть-чуть присядь, чтобы как мячик был. Держи как, чтобы ему легче было. Пошли. Три стынга, три дряпка.
И сейчас по печуре. Медленно и... Да, высоковка. Да. Не голову детки, бум головой отпор. Вот это. А страховка. Где страховка? Вон где печь, Петр. Вон где страховка. Капа и что? Да, и сейчас. А ну что? Матрин, баскин-бас. Номер ловя. Центру. Андрюха, центру. Так, ценник вот. Гинаити, Саша. Гинаити. Да. Гинаити. Вот так. Гинаити с тем, гинаити пятки. Сейчас поборете. Хорошо, Мате. Максимин, упасть. Еще раз. Все. Разгладиться. Берем захват. Стойка. Печаль. Я ухожу. Раз. И бросок. Так, беру захват эту, с этой стороны. Опять. Ухожу, потом руками. Раз. Как падать правильно? Делай внимательно. Туда бросаешь. Пошел. Вот смотрите, я делаю, смотрите. Раз, два, три. Сажусь на колено. Ого. И страховка. Пошли. Хай. Номер один. На колено, присей. Смотри. Одну, двое, жимы. Разворачивайся. Оксана, чуть-чуть разворачивайся. Ножку. Так. Ну? Ну и... Да, иди сюда, сейчас бить буду. Наверное, просто так. Если бы я знал, что ты придешь, то добро бы с собой бороться. А вот что? Отвечаю. Качки не очень. Хорошо. Баскетбас поменяли. Второй.
Так, боец, стоп. Теперь смотрите внимательно. Макс, ко мне. Значит, моя задача. Берем захват, да? И я как бы стараюсь его чуть-чуть, вот, чтобы он вышел за ковер. А он не дает выходить, не выходит. Вот, я стараюсь чуть-чуть сюда. Он раз, двигается. Видите, как, да? Оп, оп, сюда я его раз, оп. Старался бросить. Понятно? Еще раз. Значит, Максим, стоп. Андрей, Максим, Руслан, что вы делаете? Вы стоите вот здесь вот. Сразу берете захват и стоите здесь. Ваша задача не надо, нельзя выходить. Вы должны что сделать? Или сюда уходить, или сюда уходить. Твоя задача, как задача? Держиться. Потом пошли. Как? Месяц. Месяц. А полегче, что месяц? Месяц. Как? Миссия. Миссия, да. Твоя миссия. Твоя миссия. Ты ходишь, но не выходишь туда. Можно, но стараться не выходить. Твоя миссия. А руками с тыл до дряпки. То есть или сюда бросить, или сюда бросить. Понятно? А что это? Душа, я тебе Вы теснить? Вот так.
Макс, кто ноги крестит? Стоп, ну подсечки, пока подсечки не надо. Только руками, а лучше за руками. Вот так. Скажи, чтобы на колено не падал. Ну, такая же. Скажи, чтобы сразу страховку делал. Да, пойди, да, страховку. Все так нельзя. Кисть, за ножку посетить только сразу. Вот, молодец. Хорошо, Алекс, молодец. Чем ты, Алекс, быстрее будешь хорошо, нормально двигаться, я тебя уже сюда перейдешь. Вот, вот, вот. Вот так, вот. Что это? Ой, ничего так. Пока нет. Будьте с ними, будьте с ними. Как это будет? Правильно. Молодец. Что, уже все? Сколько раз? Вы пацаны, вы только пошли уже все. Я как не побороться. Так, стоп, Мате. Петя, унди пояс, унди брыл. Петя, Мат перешел туда. Боец, уну, дуй, три, ощущаться. Ма, это Александр. Одевай куртку, А можно куртку одевай. Машину вот туда сели. Вот туда сели. Эй! Туда сел. Мат, как туда на ковер? Да, значит, внимание сюда. Ун, дой, три. Дыму пальцы. Ай. Значит, слушайте меня внимательно. Вы. Как вы должны, значит, так. Вышли. Поклонились. Взяли захват. Задача. Значит, то есть. Вытеснить партнера. Вытеснить. Хоп. Вышел. Значит, смотрите. Вот это одна нога. Вот это все проиграл. Вот это проиграл. Это еще не проиграл. Вот это вот проиграл. То есть, если он вот так стоит, он не проиграл. Можно я? Да. Порву. Что за порву? Понятно. Вы вытеснили аккуратно. Задача вытеснить. Выпить. Он побежал в ту сторону. Выведение. Не надо бедро, не надо скалет. Кто первый коснется? Татами тот проиграл. Понятно? Вы начинаете первым. С ним аккуратно. И там уже. Смотри, Андрюш. Ты борешься с ним, да? Например, ты выиграл. Он уходит, он стоит. Борешься с ним. Выиграл, проиграл. Да, нам будет сидеть. То есть вы по очереди. Хорошо? Все, ушли. Так. Тебе. Аккуратно. Снимай. Кто? Аич. Ушел. Нормально.
Хорошо. Остается. 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 Остается.
Просто сент.
Что в субботу делать?
который молчит. Но что ты в воскресенье? Ну ты ходил, ничего не делал, правильно? Правильно. Мы стояли там, вон там стояли и думали, блядь, что мы делаем? Так давай я приду с утра, мы покачаем, и мне хорошо будет, и тебе. Ну покачаемся, а потом ты свободен. А? Хорошо. В эту субботу я не смогу. В воскресенье, да, потому что в субботу соревнования будут у греко-римских. Греко-римских в Олимпии будут. Здесь или в Олимпии? Нет, в Олимпии, на Батаре. Поэтому там я не смогу во всю Богу. А наши не идут? Это греко-римская борьба. Классическая греко-римская. Есть дзюдо, есть самбо, есть греко-римская борьба, есть лукто-либе, есть женская борьба. Есть джиу-джитсу, есть сам, это же грэпплинг. Ну, если ты знаешь, то ты путаешь тут. Греко-римская это за ноги нельзя хватать, они без куртки, все нужно за туловище и бросить. Так что хорошо бросают через дом. Значит так, у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек. Значит, смотрите, Жой, четверг, девятый класс, ты заканчиваешь где-то 4 патрули. Поэтому они будут с часу до двух, до полтретьего будут качаться. Я тоже. Дальше. Приходите вы к 3 часам на лотерей. Это 1, 2, 3, 4. Потом этот вылечится Чинч, Андрюха, Гыска и Нутя. Вот это вот шахтеры. И вы здесь отрабатываете, они вам делают приемы, вы им делаете приемы. Особенно страховка должна быть. Только это все мертвое, да? Да, устал, да. Тебе еще сигару. Устал, да, он сегодня как две тренировки, он покачался хорошо, и сейчас еще. Значит, сейчас Петя, кимоно. Лава коктейль. Вот. Там, где мы надо. А как называется Макс? Как тренерская называется? Люмброму. Тренерская. Кабинет у Атенор, Куер и кимоно. И кимоно вешает. А остальные? Значит так, самый сильный у меня Макс. Макс, ты все делаешь, смотри сюда, ты сам сильный. Нет, не ты, Макс. Нет, ну, ты сильнее его, конечно, ты сильнее, ты красавчик. Значит, Макс, ты делаешь 50 отжиманий, 50 раз пресс, 50 приседаний. И 3 раза канат. Так, кто может примерно сделать приход? Андрюха может? Я, но только без канатов. Можешь попробовать. Значит, смотри, ты не делай сразу по 50. Делай по 10, по 20. Идешь к Максу. Макс, вы как бы меняете все. Приготовьте сюда, кинуть ему. Так. Дальше. Андрюха хотел? Давай, иди. Вот, Макс. А, да, ну хорошо. Вы вдвоем. Дальше. Петя. Акаса. Кимоно на кулерку. Саша. Петя встал. Александр, Татьяна Пащаева. Акаса. Снимаешь? Вот, да. Ну, а если там где заходишь? Да, я тебя покажу. Это правда, что делать? Послушай, он ходит на тренировки, не знаю, как дальше. Эй, вот там вы делаете. Стоп! Стоп, перейдите сюда. Вот сюда. Вот с этого ковша не уходите. Вот вам один канат, вот вам второй. Три раза, 50, 50, 50. Дальше. Дальник. И вы, молодой. У тебя мамы, Чичислав, Шамрин. Я вам долго,
Спасибо. Пока, да. Есть еще один, да. Это у нас 4, да. Так, что вы будете делать? Приседание сколько будет? 50. Отжимание. 50. И там вот есть вот резина. 40. Можно канат? И канат. Вот. И канат? Если и канат? Смотри, Дани. Вот канат. Все. Вы делаете. Эй, все делаете то, что сказал. Подходите ко мне втроем. И я вас отпускаю. Смирно. Я не знаю. Смог? Сделал? Нет, Макс, помоги мне кого-то. Ну, так делайте, что вы там сидите. Лес. Макс, вот еще вот это нужно. Не знаю. Я вам тогда сейчас расскажу. Еще раз. Это не значит, что Макс сделал, пришел ко мне говорить. Это значит, что делает Макс и Даня вдвоем. Сделали. Когда подходите, я вас отпускаю. А вы можете головой? Молодцы, хорошо делали. Классно. Вот. Так же самое потом перевернете. Поднимаете ножками, дотрагиваете. Даня, кто чем ты будешь? 5 минут и кем он, так? Да. Все, били. Все. Ай, коллеги, все. Скажи, надо выйти. Значит, он что-то делает, они покачают, помоются, потом возьмут все ключи, я им покажу, поставят, да. Зачем они будут по неделе. Закройте, закрой дверь, и все, я приду, открою, и закрою. Отдал, а тренажер заводал. Я отключу вас. И все, поставим все ключи. Только зачем? Так, куда там проверить? Просто попробуй. А?
чемпион. Почему? Он на канат играл. Так нет, он смотрел, залез на канат. Он же тоже ему платит. Ну как? Что дальше? Брак пойти.
Ух, какой тяжелый! Вот так, держи, Павел, держи, ногами держи, голову держи, голову, подтягивай руку, если выйдет, все, тебе конец, руку вытаскивай, руку, души его. А ты уже три икона будет, да я тебе тоже чувствую. Вы, Руслан, да, сделали? Что такое? Опять дядик сверху? Низко, у меня надо. Сейчас будет голосов. Макс, вот я спиной, палец сзади. Костя, да зачем я его ведет? О, правильно. Где голос там еще? За... Голосов! Не, не понятно. Макс, ты завтра постригешься? Да. Завтра борешься с Даником, да? Надо постричься. Я уже три раза выкладываю. Надо постричься, а то ты заплатишь. Ты за волосы натянул, и пальцы меня в жопу засунул. Где ты выиграл? Да это что-то по суммам у нас. Надо шапку для платья. Болевой ему. Шапку для платья. Дальше. Нет, поклонились. Оп-оп, коротко. Все, оказывается. Так, боец, не упасть. Как что делать, я вам объясню. Берешь своего друга. Где живешь? На островах Вонтаж. Хорошо? Или дома на стадионе? Я просто... дома есть. Вот, ну, лучше дома тогда сразу. Не затронились. Хорошо? Все. Угу. Все. Так, Андрей, Алекс и Макс ко мне. С той стороны. А, это? Да, туда занесешь ко мне. Так. Вы все сделали? Да. Почти. Да. Почти. Да. Побаловались, да? Да. Убью вас. Вы вдвоем все ушли. Иди сюда. А вы ушли. Да. Иди сюда. Значит, Алекс, твоя задача. Ты где-то рядом живешь? Приходишь домой. Есть там футбол. Вот выходишь и ты круга бежишь или идешь. Хорошо? Завтра у меня не будет. Не приходи. Уж ему борьбу таски все время. А с кем? Макс, а эти детки. Значит, ты завтра отдыхаешь, но на улице есть возможность бегать. Холодно, бегать не надо. Вот здесь положи и все. Макс, оно у тебя, не напряжена, они болтаются, поэтому тебе тяжело. Хорошо. Да? Тяжело смотреть. Как себя чувствуешь? Когда не бегай, то ты болел недавно, да? Не бегай, просто походи. Здесь сложи, пожалуйста. Все. Ну, задуши его, что ты. Здравствуйте. Извините, Лена. Не извиняй, иди сюда убивать буду. Иди сюда. Что с Виктором? Что ты его думаешь? Что с ним? Да, что с ним? Да, что с ним? Что с ним?
Не знаю, сейчас тоже пришел этот хозяин. Типа сказал, что сегодня вечером придет. Да я тоже сейчас думаю, если он не хочет больше учиться, мне нужно найти одну комнату. На тренировке идеал, в школе не ходит. Да нет, на а что, девушка-то... Это тоже наша девушка, это еще лучше. Не, ну он там разный. А он может, скоро будет работа, идет работа. Он не думает, что зря просто 3 года. Даже 12. Это я думаю. А мы мальчики, вот там, чем тут? Да, конечно, блин.